Libera! 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 Ребят, а вам не кажется, что вы кого-то забыли? Ребят, а что вы тут делаете? Репетируете, да? Да, да, да. А, хорошо, что выступление перенесли, да? Да, да. А что это за люди? Очки упали! Я ничего не вижу, ребят. По-моему, они немного сломались. Пойдем, поклеим. Ну, пойдем. Привет, Мирон! По-любому, Мариан. Так, первая миниатюра. Мама собирает вора на работу. Дорогой, ты взял с собой пистолет? А ты положил отмычки, перчатки? Да, мама, я все взял. Хорошо, иди. Куда в чулке? Ритузы надень, холодно! Супермаркет поздно вечером. Мужик, пропусти, пожалуйста, вот одну бутылку пробить. Мужик, ну, без одной минуты 10, потом не пустишь. Ну, мужик, будь человеком, ну, пожалуйста. А еще надо было думать. Детцы все так развлекались. Ну что, купил? Ага. Воды наполнил? Ага. Бросай! Ты чё купил вообще, а? Ну, в аптеке сказали, это самый лучший. Ничего тебе доверил, ты всё. Гаишники тоже чего-то боятся. Смотри. Пиковая дама. Приди. Пиковая дама, приди. Это пиковая дама, прием! О чем не думают девушки? Это что, обо мне не думают, что ли? Что? Хочешь, я найду для тебя работу? Я просто умножу время на мощность. О-о-о, какая ты там бэйба-то. Ой, извините, Виктор Петрович. Ребят, убери эту нечисть. Я сам. Е равно МЦ квадрат, самым ценным тоже рад. Паскаль, он со мной. Я с вами. Если бы она продала все эти вещи на авито.ру, то 10 тысяч рублей. Похищение ребенка. Да, алло. Алло, у нас твоя дочь. 6 часам у фонтана, иначе мы ее убьем. Господи, дайте мне с ней поговорить. Алло, папа. Да, дочка, с тобой все в порядке. Да, папа. Все, я готов, я собрал деньги, я выезжаю. Папа, кто это был? Ремейк фильма «12 стульев». Что, открываем? Давай. Опять пусто! Если
если бы они продали этот стул на Авито.ру, то заработали 10 тысяч рублей. Казусы на передаче «Детектор лжи», не вошедшие в эфир. Итак, а у нас следующий вопрос. Итак, вы правда изменяли своей жене с Леной? Нет. С Верой? Нет. Может быть, со Светой? Нет. И это... Правда? Я что, у них имена, что ли, спрашивал? Итак, а на следующий гость — это алкоголь. Итак, вы правда спрашиваете? Вы правда изменяете своей жене? Когда ты мне 300 рублей дашь, который обещал? Это ложь! Итак, а на следующий гость — это Марья Петровна из Урюпинска. Итак, вы правда любите свою дочь? Ребят, заканчивайте эту фигню! Маш, мы, походу, с неудачником связали. Все, пошли отсюда. Ребят, ну за что вот так? Ты нам и так нравишься. С вами была команда КВН «Кибернетики». Да, как вы поняли, уже началось сейчас привет.